Здравствуйте, мои дорогие друзья, я Александр Пчук. Перед просмотром поставьте лайк, комментарий, со тем вы больше снимать для вас видео «Правда, что?». Как говорится, израильских 40 там младенцев были убиты какими-то там мусульманами и так далее. И зачем это делается, вот это все, как в России, похоже. Это идет пропаганда, это идет вранье для того, чтобы Израиль, как говорится, там дальше хреначился, видите? Причем на Библию уклон делается специально для того, чтобы спровоцировать смерть людей. Начало войнушки, чтобы создать, чтобы был повод, так сказать. Потому что повода нет. В данный момент мы видим, что это сговор, это четкий план. Это давно планировалось создать вот это все войнушки, да, как и с Россией и Украиной. И они сейчас продвигают эту политику. Поэтому, по сути, это ложь. Они лгут, постоянно провоцируют, вот, чтобы люди бежали, шли, как говорится, воевать и так далее. Видите, в чем дело? Это договорняк. Чисто договорились страны для того, чтобы это все создавать. То есть нет цели именно спасать как-то Израиль. Нет, именно этого нету. То есть в данный момент задача, видите, спровоцировать людей. Так что не ведитесь на этот лохотрон, включайте свои последние оставшиеся мозги, у кого еще есть, если вы не тупые. И тогда все поймете, для чего это делается постепенно, да? То есть постепенно делается, чтобы закончить и уничтожить всех людей. Всем удачи, успехов, всем малышам, ставьте лайк, ставьте удачи.